Всем привет, дорогие зрители! Сегодня у нас суббота, 5 февраля. Подумал снять у нас здесь субботний рынок. Так что покажу вам цены на сегодняшний день. Продукты тоже где-то там, цены поднялись. Нахожусь около башни часов и покажу весь рынок. Смотрим. У нас солнечно, плюс 16-17 градусов тепла. Здесь находится мэрия Махмутлара. В той стороне почта. Встретил друзей. Так, вход на этот рынок с 3-4 сторон. Ага, банана 7 лир. Тамам, абидим, авокадо да 8 лира. О, мягкая с авокадо, одна штука 8 лир. Калитеси, абидим. Супер, супер. Интернет такой здесь, эвет. Здесь, например, цены на апельсин 4 лиры килограмм. По вечерам 2,5 лир. О, 15 лир помидор. Это дороговато здесь. 7 лир авокадо. 5 лир маленькая авокадо. Кабачок 20 лир. Огурцы 15 лир. Ага. Так, мышмула 8. Вот такой специальный большой чеснок. Облазим 30 лир ама. Вот, один чеснок такого вот размера. Единственное, у них вот такие большие чесноки. Я покупал вкусные. Эх, сам, ёпта. Смотрите, это большой чеснок, это маленький. Для тех нетерпеливых дам, которые чистят чеснок. Мандарина 5 лир. Гранаточка 8. Ну, всем уже известно, по вечерам цены немножко... Здесь падает клубника. Так, попробуем. 35 лир. Сладкая. Папайя. Здесь красивые такие, почищенные так, мандарины. 10 лир у них. Здесь 8 лир, апельсин 5 лир у него, еще за 3 лиры есть. Вот. Это чтобы выжимать. 3 кило 10 лир. Так. Специи. Цены на специи нет, значит. Вот. Карт есть. Да, карты есть. Ладно, давайте. Букин, я люблю время. Миндаль 150 лир. Грецкие орехи 60 лир. Почищенные 160 лир. Так. Орешки цены у нас. Вот здесь у бабушки бананы 6 лир. Настоящие, без никакой химии, ГМО. Обладим шанал мёром, сора ладим. 5 лир. Тоже надо кое-что купить, после дома куплю. Вот настоящий сельский огурец, который я советую всем покупать. Фиатный кадар салат алык 15 лир, ама 15 лир у нас. Вот. Яички сельские, домашние,
лира 50 копеек. Яблочки 70,5, 70,5. Разные сорта. Груши 10 лир. Три с половиной у нас лук. 5-6 лир у нас картошки. Сколько стоит зелень? Yeşillik fiyatı ne kadar abicim? Yeşillik öyle değişiyor abi. Ne, kaçtan başlıyor, kaça gidiyor? 4 lira başlıyor, gidiyor kadar ya. 4 lir, 5 lir, 6 lir. Меняется цена. Крапива. Mesela ысырган kaç? 3 lir у нас крапива. Берете и жарите своих близких, друзей, родственников. Колите ими. Брокколи. 8 лир одна штука. Редиска 3 лиры. Шесть лир, 4 лиры салата как-то. Бюро. 22 лир. Угу. Вот у нас турма, королёк. Как там? 15 лир. Клубника здесь тоже стоит 35 лир. Так. Рынок большой. В той стороне. Одежда и... вещи всякие, штучки. Здесь 20 лир, 15 лир, гранат. Грибы 2, такие коричневые 30, другие 25. Так. Нужно погулять, посмотреть, потом покупать. Вот 4,90. Бананы вообще копейки стоят. Груша 8 лир, 10 лир. Помидоры вот здесь видите, 8 лир стоят. Маленькие помидорчики. Красный болгарский перец стоит 10 лир. Айва стоит 7 лир. Эти 9 лир. Яблоки 7. Тут уже клубника 40 лир у нас. Виноград 25. Слива 30. Сейчас. Будет слива уже? Киви 15 лир. Вот, чтобы выжимать граната. Килограмм 3 лир. Почти все говорят уже на русском языке. В основном цифры знают. Черри. Черри стоит 15 лир. Органика. Она вкусная. И хорошо пахнет. Один я заберу. Вот органику советую купить. Вкус настоящего помидора. Вот это тоже органика, но на другой сорт. Это все пахнет у них. Ох, кайф. Скидка. Оп, здесь все. Вот, стандартные цены. Это тоже хороший помидор. Розовый называют они. Что означает сельский помидор? Это очень хорошо. Это витамин. Витамин Атом-микс. Атом-микс. Энергия. Фиат не кадар? 130 лир стоит. Микс. Sen. Fiyatları gösterelim de. Бесплатно дают все? Да. Yeah.
Так. Ой, 15 лет. Клубника. Там было 35, но, наверное, вкус другой. Свежая клубника. Здесь 20 лет. Заметили? Заметили. 5,50. Картошка здесь. Лук 2 лиры. Маленькая картошка 4,50. А, 15 лир. Здесь 35 лир. Я понял. Мелкие вот 10 лир, они уже вот грязные такие, да. Почистить, помыть. Пардон. 10 лир огурцы. Здесь помидоры 10 лир. Хурма 15 лир. Sen de çekelim mi? Evet. Çektim. Картошки 6 лир. Картошка убежала. Kaçıyor abi. Там зелень, фрукты, мрукты, овощи, все есть. Самое мое любимое место, вот этот ряд. Я сейчас туда вернусь. Здесь продают молочные продукты. Мерхаба, мерхаба. Молочные продукты. Цены молочных продуктов. Где мой друг? Где он? Где он? Я не пришел сегодня, что ли? Его нету? Привет. Я второй покажем, а вижу. Evet, çekerim de. Şimdi fiyatlar. Evet. Rezilya peyniri. Evet. Fiyat. Money. Money. How much? Sana 85. Kilosu. Evet. 85 lir mi ne? Вам, значит, 86 лир будет. Başkalarına kaç? 86 mı? Dönüyor mu kendine göre? Dönüyor. Seni döndürüyorum. Aynen bak. Evet Serkan gel bana sana. Bana 85 liraya veriyorsun. Evet, başkalarına 86 lira. Evet. Tamam. Tamam. Şöyle iktidar. Arada tulumba. Yok ha. Millet bugünkü fiyatları görsün diye çekiyorum. İyilik yapıyorum. 45 TL tulum mulum. Türk tokamat hocam. Ne kadar lira? Yağ mı? Evet. Sana 80 lira. Мне 80 лир, вам 81. 90, да, 81. Так. Сливочное масло. Teşekkürler. İyi pazarlar, gelirim ben, bitiririm de video çekim, bitiririm. Ondan sonra nereye gideceğiz? Ondan sonra burada gelip dans yapacağım. Geliyorum, alım yapacağım. Вот это у нас оливковое масло. Абидим, фиаты недер? 1 литренин, 3 литренин, 5 литренин. 5 литров 150 лир. 1,5 литров 60 лир. Teşekkürler. Идемте покажем настоящие сельские фрукты, овощи. Посмотрим, здесь какая ценовая политика. Видите, ценовая политика. 8 лир огурец. 8 лир помидоры. Морковь 7 лир. Турб у нас стоит 5 лир. Это натуральная картошка. 8 лир она. Сельская. Чем другие. Здесь ГМО нету. Они маленькие.
Музыка, музыка, музыка. Убежали, убежали. А то фановая музыка попадает. Видите, настоящий лук, какой он бывает. Вот, сельский. Кача облабу фиаты? 4 лиры. Никакого ГМО, видите, какая она тонкая. Вот, без ГМО, натуральная. Перед нами облаб. 6 лир. Так. Десять лир. 4 лир. Баклав. Ну да, 18 лир. Раньше было 25, сейчас хотя бы спустили цену на баклажан. 6 лир, 5 лир авокадо. 9 лир у нас банан. Лимон 4 лиры. Яблоко 6 лир килограмм. По сортам меняется. Вот, вот этот хороший сорт яблоки. Вкусный. Было 5 лир килограмм, 3 кило 10 лир яблоко. Это тоже меюшсувы, не совсем сладкое, 6 лир. Ну видите, да, сколько сортов яблок в этой стороне именно. Мал алмак 6 лира, потрак чекмек 10 лира. Малын килосу 6 лира. Teşekkürler abicim, aldım elmayı gittim abi. Gidiyorum. Bak, ben sana gidiyorum. Gidiyorum. Oğlum tamam, gidersen tamam, git. Tamam. Bak. Fotoğraf çekmek 10 lira. Aha. Kilo almak 6 lira. Evet. Hangisine kayıtsın? Elma alırım ben. O zaman fotoğraf parası ver. Fotoğraf parası. Fotoğraf parası çekiyor. Vereceğim, ama. Geleceğim şimdi. Ne? Geleceğim şimdi mi? Alacağım. Bunu oğlum, bitireyim elim. Varsa... Bir elle alamıyorum. Tamam. Geleceğin varsa göreceğin de var. Vardır, vardır. Tamam. Gayet. Когда придёшь, так увидишь. Да. Пошутить хотел. Не получается шутить. Сразу говорят, купи, купи. Сельский томатес, помидор. Abicim, selamun aleyküm. Senin ekmeklerini gösteririm de. İyiyim. Sen nasılsın? Tam, bu tam buğday mı? Evet. Вот. Натуральный хлеб. Без никакого ГМО, горячий. Без дрожжа, закваска, домашний, черный мока. Черный мока? Да. Супер, я сейчас не покупать. Я видео okay. снимать. Хорошо. Рука занята. Окей. Окей. Здравствуйте. Здравствуйте. Советую хлеб. Фиат не кадарды? 16. 16 лир. 16 лир. А, раньше 13 было. 1 кило. Килограмм весит этот хлеб, хватает на 5 дней. Если тонко резать. Черный хлеб. Помидоры. Вот здесь уже выход на улицу от Ачурка. Это тут, да, тут курусу. Тут курусу. Тамам. Кираз курусу. Тамам, абидим. Фиаттары гостериором. 5 лир яблочки уже зажались. 7 лир огурец. Во входе вот там огурчик. Так, и здесь яблочки 6 лир, 4 лир даже есть. Ложки, ножки, подарки кто-то захочет купить, например. Сняли, показали вам цены на сегодняшний день. Ставим лайки, пишем комментарии, что цены я раньше снимал. Насколько они поднялись, скажу, где-то на 15% поднялись цены, как минимум, на овощи, фрукты. Но есть такие фрукты, которые цены не поменялись. Все, всем пока-пока, дорогие зрители.